Так, выходим на Московскую. Сегодня здесь встречка. Ну, Московская, чем она знаменита? Ничем. Кроме того, что я здесь жил. Так, жил я. Сейчас вам скажу. Вот за этим домом есть еще дом. Здесь у нас Стелла Победы. Помните, мы клип снимали там с Серегой? Вам нравилась песня одна Антонова Юрия? Какая-то, подождите, как это, вам нравится эта песня? Как она называется? А, она называется это «Маки». Точно, мы там ее снимали, этот клип. Вот. Вот. А мы встречаемся здесь в Макдональдс. Сейчас подъедет яркая девчонка, красивая. Как это сказать? Весенняя. Почему? Потому что весна. Весна в Петербурге. Вот, сами видите, снега нет. Так, что хочется сказать. Пока мы ждем, я думаю, так, минут 10 у нас есть, она пока едет. Мы сейчас все-таки пройдем туда. Постоянно все меняется. Витрины, магазины. Здание остается, стена. То есть стена нерушимая. Стена. Мощная стена питерская. Построена неизвестно кем. Неизвестно как. Технология мощная. Вчера размышлял насчет того, что... А как же так? Почему из кирпича? Почему не... железобетонные конструкции, почему вот не делали какие-то там пеноблоками, не выкладывали, почему? Ничего лучшего не придумано человечеством, кроме как кирпич. Ну, либо мегалиты, но мегалиты — это уже совсем другая древняя история, которая, ну уж точно не нашему брату рассекретить это, как это построить, пирамиду из мегалитов, мегалитические конструкции, ну это уже да, это слишком круто. Но после мегалитов кирпич. Маленький, но красиво выстроенный, прочный. То есть он спрессован, он хорошо. Не тот кирпич, который сегодня сегодня производят, а тот, который производили раньше. Все, на этом. То есть перекрывает эта лента мой путь. А что тут? Сосульки, что ли, падают или чего? Непонятно. А что это перегородили? Это за что? Зачем? Чё это? Чего это? Ох, какая. Нет, это не снег на встрече. Не снег. Хотя было бы неплохо встретиться с такой дамой. Горячей. Ну, вернее. В общем, ребята, сегодня прекрасный день. Здесь когда-то был бар. Крутой бар. И вот на этом месте висела такая вывеска. Впервые я еще не занимался банкетами, но первый я взял такая корпоративная новогодняя ночь. И вот здесь вывесили такую табличку, шикарно написали. Впервые там восходящая там тудым-сидым звезда, там это 5-10 Михаил Крутихин. То есть, короче, вот здесь. Новогодняя ночь там, ну реклама была вот здесь. А здесь было совершенно все по-другому. Это... Но тоже общепит был, но по-другому было все. А сейчас вот то, что есть. Бургеры сейчас продают. Ну все, ступеньки те же самые. Так, жил я, значит, вот в этом доме, леди и джентльмен. Вот он. О, это 206 дом, по-моему. 206, если я не ошибаюсь. То есть совершенно вот оно рядом. Рядом. Я отсюда раз выбежал. В метро никогда не застегивал свою кожаную куртку. Зима, не зима, я сибирский парень. В метро и в театр, на работу. Круто. Здесь была вместо табака шавермная. Шаверму здесь крутили. Сейчас ее там крутят. Ну, там она и тогда была, по-моему, не помню. Но здесь была тоже шаверная. Видите, сейчас табак. Все поменялось. Все поменялось, ребята. Охренеть. Ну, что? Бизнес пусто, места не бывает. Все кругом вертится, крутится. Там есть шаверная. Один раз я взял. Один раз укусил. Даже не стал ничего говорить, то есть такое дерьмишко. Я просто оставил все и ушел. Ну, я не скандальный человек. Вот там шаверна была за углом. Я не знаю, есть ли она сейчас. То есть получается, что я не помню, ну, какая-то пакость. Вот ее сделали, она пакость просто. Пакостная, мерзнопакостная. Я один укус сделал, я, может, даже не съел, но просто почувствовал, какое-то дерьмишко идет.
протухшее, понимаете? Протухшее. Так что шаверму не ешьте в непроверенных местах, когда у вас рабочий день. Ну, чтобы время было подлечиться активированным углем, еще чем-то. Вот. Такие дела, брат. А работа для граждан. Ну, видите, вот, все. Работа, не работа, непонятно. Все, все на этом. Переходим эту реку вброд, леди джентльмены. Мы в Купчино. Это Питер, детка. Петербургские ландшафты города. Собянину такое не снилось. Лужков думал об этом, задумывался. Но это воплотили только в СПБ. Переход этой реки вброд. Красота. Разбить пол-литра, да я тебя, да, как в фильме. Вы меня, я тебя. Да. Серьезный человек. Да, ну, начал вот рано праздновать Новый год еще. Уже готовы. Сегодня какое число-то? 24. Ну вот, самое время начинать. Да. И 24-го заканчивать, ну, в январе. Рождество сам Бог велел начинать. Да. Дело ясное. Или это контролер? Контролер покупок. Ну я то, что я видел в Пятерочке, вообще обалдеть. Идет мужик, интеллигентно одетый, все. С литровой бутылкой водки. И главное не с тот, а с обратной стороны. Просто через дверь вот так открыто ведет и несет. И выпивает ее. Нет, просто залпом. Ведет и несет. Просто открыто несет. Мне кажется. Я обалдел. Я никогда такого хамства еще не видел. Ну там спрячет вот этот пред. Хоть да. Спрячет еще как-то, это просто наглый. Так. Согласен. Бывает такое. Ну такое первый раз в жизни. Везде видел, как это делается, но как это. Ну и так его никто не остановил. А никто не видел, потому что эта дверь там выходит через кассу, а это когда входишь. Да, да, выходной дверь. Что, там не никого нет. Да, спокойно. Вышел. Ой, если нет. Там укроп, возьмите мне. Нормально, чуть-чуть. Да. Да. А где маленький? Ну какая красота, ребята, на куполе. Казанская икона Божьей Матери. Пожалуйста, мужчина, специально для вас. У нас новогодний... Нет, там интересней, там интересней. Да уж. Что-то я такого и не видел в проекции такой. Прикольно. Сколько здесь встречаем. Так, я не понял, сегодня что, какой-то особый день? Православный праздник? Нет, вроде бы. Круто. Пресвятая Богородица, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах. И благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наша. К Рождеству все готово. Вот этот шар купольный. Это мы снимали в том году его. Давайте сейчас подойдем, глянем. Да, ребята, вот вам и декабрь подходит к финалу. А все как будто бы все равно делаю, только начиналось. Рождество Христово. И мы как волхвы. Волхвы. Перед вами рождественский вертеп. Что это такое в древности? Подобные панорамы, воспроизводящие сцену рождения Спасителя, были своего рода наглядной Библии. Первые такие панорамы появились в 18 веке в Италии.
затем распространились по Европе. Для напоминания о празднике создавались живые инсталляции вертепа пещеры, в которой Дева Мария родила Бога-младенца. В России более популярными были театральные вертепы, короткие кукольные представления с рождественским сюжетом. В нашем городе к концу 18 века сложилась династия вертепщиков, семья Колосовых. В советское время такая традиция оказалась под строгим запретом. С конца 1980-х годов она вновь стала реальностью в России. Сейчас вы стоите перед композицией святого семейства. Пусть это традиционное украшение подарит вам ощущение праздника Рождества Христова и напомнит, о ком мы в первую очередь вспоминаем в святую ночь 25 декабря, 7 января. Туда бы поближе подойти, так нельзя. По газонам не ходить. Может, мы пройдем туда? Не настолько. Мы пришли. Ну еще рано еще чего. Декабрь. Встретим Новый год. Ладно, пойдемте. С Богом по жизни. Откуда это? Кто поет? Удачи. Где-то Цой. Цой жив. Ребята, смерти нет. Все живы. Вопрос в другом. Где эта вечная душа находится? В раю с Богом или в аду огненном? Вот он вопрос. Так, а где они? Я думал, он здесь поет. Да. Не пойму, где он стоит, гитарист. Послушать бы его поближе. Там, ребята, на той стороне Невского проспекта. А тут дождь. Октябрь, ёптай. А о, как в Африке Новый год встречают? Африканцы-то, у них тоже, что, может, снег, что ли, там постоянно? Ты думаешь, они об этом знают? А у них нету, да.
Что, у них Нового года нет, что ли? Они об этом, думаете, знают, что ли? Не, мне кажется, они тоже Новый год-то встречают. Я даже не могу сказать. Никому не известно. Не, они встречают, мне кажется. И у них, пардонте, круглый год нет снега. Африка. Я знаю, в Австралии, да, встречают. Ну, там католические Рождество, поэтому... Ну, там тоже снега нет, не выпадает снег. Нет, там снега. У них там пустыня, кенгуру. Кенгуру, да. И все такое. На завтрак, на ужин. Да. Одна дама, пардонте, извините, я поделюсь своей горькой историей. Я был влюблен в одну женщину. Я свозил ее в кино. У нас был... Ну, как роман-то? Там роман-то как бы такой, просто общение такое, цветочно-букетный роман. Там не было никакой близости, ничего. И она в один раз прекратила со мной общение. Почему? Что случилось? Не мог понять, достучаться не мог. А потом узнаю, через социальные сети, там фотографии же выкладывают, дамы там все. Она в Австралию уехала, вышла замуж за австралийца. Представляете? И какой был удар мне, и как я страдал. Татьяна, что ли? Нет, другая. И я увидел ее в университете, это в годы студенчества. Я так ее полюбил, так она мне понравилась. Я пригласил на свидание, мы поехали в кино. И потом что? Ну, она воспользовалась тобой. Она где-то чего-то, и вот, ну где мы? И где вот это вот, этот материк там дальний? Мадагаскар. Как он там называется-то? Австралия. Что там вообще? Я там сам не был. Вот, не знаю, вы были в Австралии? Что там, я не знаю. Как живут люди, я даже знать не знаю. И вот смотрите, вот уехал. Все. Удивительно. Я конечно, пострадал. А так я был очень готов, грубо говоря, ее в жены взять. А вот нет. Она выбор сделала другой. Что сделать? Женщина имеет право. Посмотрела, как я на Audi 80 ее в кино сводил на бочке. Да, человек мелковат для меня. Мелковат. Ну, на Audi 80. Audi бочка-то 89-го года. Она сказала, так я этого же года рождения. Нахер мне такой мужичок. И уехала в Австралию. Вы представляете? Ну как после этого? Ну как? Ну, я не знаю. А вот живу и продолжаю жить. И продолжаю, и буду жить. Понимаете? Да, жизнь на этом не кончается. У вас были такие истории, кстати? Вот были. Такая, были. Знаете, неответная любовь, или как это называть? Жена ушла к молодому. Да вы что? Да. А как это случилось? Да так. Она что ли, куда, в Австралию тоже? В Австралию? Да, нет, здесь. Здесь, в Петербурге? Во Всеволожске. А сколько вы прожили вместе? 10 лет. А она кто была? Вот просто интересно. Это вторая. Вторая? Да. А она кто? То есть как? Подождите. То есть вы жили, у вас же, то есть любовь была. Как она могла предать-то? Типа того. Или он что? Он богаче или что там? Она за деньгами погналась? Хрен его знает. Или у него что-то там другое? Тиска, богаче. Наверное, побольше, наверное. Да тише ты. Что за это всякую грязь-то это говоришь? Почему женщина уходит от мужчины? Что ей движет-то? Что? Я думаю... Даже не могу. Не, ну вот столкнулись вот с этим. Мне интересно. Любовь пришла. Любовь. Да. Значит, что, до этого не было, получается? Он на 9 лет моложе ее. Сколько ей было? 47. То есть, ну, то есть непонятно. Это было 2-3 года назад. А как вы это пережили? Как вы снова собрали себя, грубо говоря, чтобы вот... Ну, это же тяжело, это вот, ну, удар. Конечно, неприятно. Как вот вы это вот переживали? Как вы? Если повод был, то без повода. Без повода, да? Обалдеть.
То есть просто взяла и вот так? Начала козни сразу строить. То не то, то не то, и то не то. А что ей не нравилось-то? У нее что, холодильник пустой был? Нет. Ей что, не хватало-то? Ну, хрен его знает. Писки, сам, наверное, сейчас. Подожди ты, Серега, ты все это переводишь это ты на пески? Ну, вот он как? Правильно говорит. Да, ну, а да как, не как, в этом, не в этом дело. Че писки? Человек живет. Сегодня есть писка, завтра нет. Есть ведь, ну, пенсионный возраст, там уже не до этого. Страсти-то надо побороть. Что же, из-за этого только и жить, что ли? Люди ведь должны жить, когда есть духовная какая-то связь. Какое-то такое. Приятно общаться, жить, что-то созидать, готовить вместе и так далее, и так далее. Ну, так и детей. Было, а потом... Так и было. А потом что? Писюн появился. Да, Серега, прекрати ты! Ну, а как еще-то, ёпты? Ну, что он прав? Я думаю, прав. Знаешь, она... Я старше её. Она мне, как жена уже, знаешь, надоела. То есть секс у нас редко был. Ну, вот он появился молодой писюн, и все. А, молодой, голодный. Ну, зато уже он это... В больнице уже на полгода. Не понял, в смысле в больнице? Ну, в смысле, в прямом. Лечится от наркомании. Наркоман теперь. Да, а она не знала, сказала, если будем жить, лечись, если не, пошел нафиг. Так и что, осталось у разбитого корыта или нет? Да чё, у него квартира однокомнатная, машина, она машину в аренду его сдает. Он говорит, нахера я её, блин, уграю, а мне же надо тебе кушать в больницу возить. Мария, машина под арендой, квартира под арендой. Ну так она, видишь. А может быть... Есть вопрос такой, прощение. Просите вернуться все. Вернуть все вспять, ну, как говорится. Человек раз предавший, он предаст второй раз. Ну, я согласен. Если женщина предала, то мужчина, в принципе, имеет право расторгнуть. Я прощаю все, но только не предательство. Да, ну, вообще-то, в все принципе... Все прощаю. Да, в Писании так сказано. Имеет мужчина право это дело, если женщина изменила, то он может. То есть мужчина имеет право. Ну, ладно, там бухая, шпилевили, я хрен с ним. Со мной тоже бывало. Ну, блин, так. А да. Еще и с Нариком, ёпты, вы это вообще пиздец. Она не знала. Она не знала, да, не знала. Ну, а как так если дальше? Ну, он цветочки подарил, там, при это, всякое там красиво рассказал чего-нибудь, ухо, на ухо насел, и как это бывает, понятно. Конечно. А что там за ним это, ну, что там, кто там? Ну, вы сейчас-то, как, по новой в брак вступили, или как вы сейчас? Нет, ну, их нахер. В холостяках сейчас? Да, не хочу. А это брак был какой? Второй или третий у вас? Как вот? Второй. Второй был. Да. А с первым браком как? А первая умерла меня. Да вы что? А как, да. Как это случилось? Хорошая женщина, у меня сын. Как это, болезнь или что? Да, болела. Обалдеть. Надо. У меня сын 36. Царство небесное. Ну, вы общаетесь нормально все, да? С сыном, конечно. Обалдеть, надо же. То есть ведь молодая, да, получается, ведь сколько лет ты был? Да. Уже не помню. Ну а какая, рак или что, болезнь-то какая? Рак, рак. Рак. Охренеть. Ну, хорошая женщина. Понятно, понятно. Ну то есть, клуша, семейная. Всегда покушать, всегда встретить, всегда все. А слушайте, а вы откуда сам? С Украины. А, Украина? Да. А откуда там? А? Откуда там? С Полтавы. А, Полтава. Между Киевом и Харьковом. Но я не бывал.
на ЖК год, да. Судьба. И как вы за идею войны на Донбассе? Насчет чего? То, что война на Донбассе идет. Да там ничего не идет, там деньги идут. Ну что же, вот такой. Такая шаверма. Без мяса. Со слезами на глазах. Не могу есть ее. Плачу и ем. Вкусная тема. Без мяса. Ем и плачу. Каледжи. Меня все время удивляло это слово. Нет, не колледж. Каледж. А тут я еще слышу. Каледж. Все извернули все. Русский язык извернут. В колледже один англичанин, директор колледжа, он говорит, колледж. Ну ладно, я еще к этому привык. А потом я слышу. Колледж. То есть колледж. Все, это утопия. Какой в задницу колледж? Какой колледж, когда всегда колледж? Такие дела, брат. С наступающим. А, наступающим. Никит, привет, ты где? Да ты чемпион, Серега. Что, еще один приз? Подожди, что это ты сейчас выиграл? А, так еще наушники то же самое, что ли? Это китайские или какие они? Это 300 рублей отдал. Так, подожди, ты отдал. Это я деньги-то совал сейчас. Да, вот вы тоже в очереди хотите сыграть? А подожди, это пудлинг или это тоже левак? Левак. Ну, хорошо. Мы что, продолжаем играть или нет? Или мы отыгрались? Чего еще можно толкнуть? Ну-ка смотри. Видишь, толкали вот, кстати, эту штуку. Что там вообще? Это что, жескач какой или чего? Что можно толкнуть так, что уже готовенькое? Я не вижу ничего. Смотри, здесь толкали. Снизу-то, смотри, она тоже подтолкнута. А в основном наушники. Здесь нет ничего такого, что можно сейчас толкнуть одним разом. Кроме вот этих вот часов. Но часы нам не нужны, правильно? Не, ну а что бы вы толкнули? Вот смотрите, что бы вы. Ну, тут нечего больше. Вот это что за херня? Вот это вот, кстати, вот кто-то толкал, видно. Вот большая коробка, которая установлена. А что это такое? Батарея, по-моему, это телефон. Где? Вот на углу. А, это батарея? Вот это на углу самое, это да. Что такое? Что за батарея? Ну, бывает же, батарея. Накопитель, да, какой-то? Да. А, ну, не это, и никто ее не трогал. Ее надо с трех раз толкать. Что там в этой банке? Она же маленькая. А вот это что за банка? Что это за хрень? Это светильник. Ну сразу с одного его не толкнешь. Нет, вот она упадет, она маленькая коробка вот такая. А вот смотрите, видите, тоже вроде как упала. Так, ну что можно тут толкнуть-то, чтобы одним разом? За сотку что можно взять? Вот зажигалку. Пробуйте, Серега, отходи. Ну все, пошли, ну два товара взяли, ну что еще надо-то? Тебе наушники и мне, все, Серега, пошли. Харе, харе, все, пошли. То есть вот мы взяли здесь, вот, два набора наушников. Как это, подожди, как это называется? Часы. Monster Beat и... Как называется? Заметь, обе сотки я проплачивал. А Серега только подталкивал. Да пошли, да, ну что ты как ребенок-то, ты что, взрослый человек, держи. Так, подожди, какую ты берешь? Возьми что-нибудь себе, а мне оставь. Да. Все, а это мне. А мне какая разница? Все, я уже счастлив. Ваша игра, то есть ваш ход. Разыгрывайте партию. Мы разыграли, ну вот, видите, кроме шуток, две вещи мы взяли. Так, Серега, чемодан берем и пошли. Все на этом.
всех благ, с наступающим Новым годом, добра, счастья и здоровья. Что сказать главное? Главное, берегите себя и своих родственников, родителей. Россия будет свободна. Это правда. Россия будет свободна. Согласен? Все, ухожу. Добра. Россия будет свободна. Правильно. Ребята, магазин закрывается. Закрывается. Ну, так они сказали. Не я хозяин магазина. А вы что хотели купить? Водки? У меня есть водочка. Какой вам надо объем? Водки, какой объем нужен? Цветной воротник, канагаскири. Да-да, переводите. Что он говорит? Ответ какой? Им не нужен водка. А что им нужно? Переводите. Слагенвагири. Колбаса нужна. Колбаса какая? Говяжья или свинина? Говядина керемес, чучхама. Говядина. Свинину не едите? Переводи. Чучка ислам емесна? Нет. А почему не едите свинину? У нас мусульманские не разрешено. Не разрешается? Да. Не едите. То есть только говядина? Да. А если из курятины? Курятина? Кура? Курени вороген, туоли. Курятина есть. Не, не тоже нет. А почему курятина? Не знаю. Ну, я не знаю даже. Удивительно просто, удивительно. То есть не свинина, не курятина, а получается какое мясо только? Говяжье. Какие только мясные, ну как бы это, колбасы потребляются? Канакасли, канакасля требуют платить. Какие? Не, они не хотят. Что они хотят? Они сами. Там покупать. Понял. То есть через меня они не хотят купить, потому что я фермер. У меня, переводите, я фермер, у меня натуральный продукт. Я. Тут многие места просто ответ мертвый. Чего? Не, они не хотят, они там посмотрят и потом купят. Все понял. Понял. Ну все, добра, добра, друзья. Спасибо. Всех благ. Вы очень хороший человек. Все. Добра, братья. Уважайте Россию, русских. Русские – это братья. Переводите. Русле Акеле. Да. Они всегда уважают любой народ. Они почитают и уважают. Но если с мечом придешь, от меча и погибнешь. Переводи. Кол билан кесес, достоно болот, достака кабыл кушаркен. Агар кылыч кетарып кесес, уруш кушаркен. Да. А так, низкий поклон. Вот. Вот. Михаил делает низкий поклон. Все. Добра, братья. Да. Без меча. Переведи. Без меча. Без калыч. Без меча. Все. Уважуха. Идем, Серега. Вперед. Переходим эту реку вброд. Ты в кадре сегодня? А? Нет, ты сегодня не в кадре. Ты сегодня в капюшоне. Ну, с наступающим, о, вернее, с наступившим уже, да? Нет еще. Чего, нет еще? Да когда же наступит Новый год-то? Если их было три. Старый Новый год. Сначала Новый год праздновали 1 сентября. Потом 14 января. Сейчас 31 декабря. Короче, было три, или сколько там, три Новых года-то. То есть все время что-то меняют, а на самом деле этого ничего нет. То есть это все так, байки земные. На самом деле есть вечность и вечная душа. Но это совсем другая история, согласись. Все, Серега не хочет говорить сегодня. Ну, в районе на Черной речке, вообще район очень хороший. Здесь живут очень яркие, хорошие, добрые люди. Вот. Действительно отличается, допустим, ну, не буду сейчас другие районы называть, ну, от многих районов этот район отличается. Все на этом. Так что, напилась уже? Понимаете, уже Новый год начался. Новый год, да. Все. И въехала в угол. У мату нет. Папа, сделаешься, да? Да уж. Удивительно. А как это вот так? Бортануло это, поребрик-то. Или бордюр? Это бордюр или поребрик? Ой. Ч,
что-то въехала, да, немножко не угадала. Я не знаю. Вчера села за руль, сегодня. Должно сказать. Ну ладно, идемте. Классика жанра, надо снимать. 9499. Бокальчики, тут все это красиво. Тут уже все с бокалами готовят. Пепси только. Только пепси осталось добавить. Что, со своим стаканом-то в гости ездят, нет? Давай вот этот берем граненый. Ладно. Слушай, а вот этот, кстати, вот ты пробовал, что это за белуга? Ликер. А, ликер. Ликер, это не наша тема. Ликер. Голову обмануть решили ликером-то. Нет, ребята. Ну вот так. Все, собственно. Берем бутылочку, едем в гости. К Ваньке. Вот взял я капитана Моргана. Это старая театральная традиция. Мы с ребятами в театре всегда брали его. И набирались, кстати. Изнутри и вовне, и вовнутрь светимся, с головой погружаясь в совместный трип. Нам смешно и смеемся, как дети мы. Наши мысли тела увлекают ввысь, за искристого солнца бликами. Мы почти что у цели, мы оторвались и плывем над домами безликими. У нас одинаковый генотип, группа крови и резус-фактора. Наложили черты твои на мои, и лица, и черты характера. Захлебнулись потоки синевы нами выдуманного источника. И несемся по Питеру вдоль Невы, мы лунатики-полуночники. Чертил все края, все изломы контуры. И заход тяготения курс сменил. Мы стремительно падаем в тонкий мир. Бесконтрольно сплетение наших душ. Растворились в ноге галактики. И мелькает созвездие, словно в бреду. Мы счастливые, мы лунатики. У нас одинаковый генотип, группа крови и резус-фактора. Наложили черты твои на мои, и лица, и черты характера. Захлебнулись потоки синевы нами выдуманного источника. И несемся по Питеру до Невы, мы лунатики и полуночники. Генотип, группа крови и резус-фактора. Наложили черты твои на мои, и лица, и черты характера. Закрепнулись потоки синевы нами выдуманного источника. И несемся по Питеру до Невы, мы лунатики-полуночники.